«Я люблю вас, карагандинцы!» С таким призывом к нам в город приехал доктор Албан. Мировая звезда 90-х полюбился всему миру своими песнями. Хит «It's My Life» завоевал сердца многих в мире. И до сих пор без этой песни не проходит ни одна дискотека. Наш корреспондент Серик Абенов отправился встречать своего кумира в аэропорт Астаны. В 5 утра самолет с доктором Албаном и его группой приземлился на аэропорту Астаны. 22-часовой перелет из Стокгольма слегка утомил звезду, но он был рад теплой встрече. В наш город знаменитый музыкант, исполняющий песни в стиле регги и евроденс, приехал во второй раз. Что удивительно, к нам он приезжает в свой юбилей. В августе 2007 года Албану было 50. В этом году в Караганду он приехал, отметив свой 55-летний юбилей. 30 сентября, в день выступления, день рождения, был и у вокалистки по имени Анки. Доктор Албан поздравил ее прямо на сцене во время концерта. Нет, Караганда! Караганда! Нет! Поклонники творчества шведского музыканта на концерте услышали как старые хиты, так и новые. Ну а хит «It's My Life» Албан исполнил аж 3 раза. It's my life. Доктор Албан родился в городе Энугу в Нигерии 26 августа 1957 года. На специальность стоматолога, НВАПа, так настоящее имя музыканта, поступил учиться благодаря своему дяде, который был дипломатом и жил в Швеции. Однако Албан был самостоятельным и оплачивал свою учебу сам, зарабатывая деньги, работая в ночном клубе диджеем. Судьба благосклонно отнеслась к нему и свела его с великим продюсером по имени Деннис Поп. Записав совместно такие мировые треки, как Born in Africa, One Love, Албан становится знаменитым, а суперхит «It's My Life» приносит ему головокружительную популярность и занимает лидирующие позиции во всех хит-парадах мира. На сегодняшний день доктор Албан пишет песни и проводит гастрольные туры. В свои 55 лет он не курит и не пьет, занимается спортом и ведет активный образ жизни. Концерт в Караганде надолго останется в памяти и сердцах поклонников музыки 90-х. И будем надеяться, что доктор Албан приедет к нам еще. Серик Абенов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинец.